Ребятки, всем привет, вы на канале Семья на чемоданах, меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайтесь, если вы еще это не сделали. Сегодня снова необычный выпуск. Вы, наверное, вчера все легли спать, а я начал получать кадры, что снова творится в Сочи. И снова полный шок, снова Сочи ушло под воду, снова там звучат сирены, все туристы просто в шоке от того, что сейчас там происходит. Снова машины плывут, в общем, я собрал для вас самые актуальные кадры. Посмотрите, приятного просмотра. Короче, пиздец, ёпта. В общем, ребята, все эти кадры, вы должны понимать, что это не во всем Сочи происходит. Это лишь в некоторых районах. В тех районах, где самая опасность затопления, где реки, где вот такие вот есть спуски и сразу подъемы. Почему вчера встал весь Адлер и именно до центральной части стоял, потому что там как бы спуск с двух сторон, и эту как бы часть затопило. Но это не везде. Где-то очень спокойно, а где-то, как возле Муремола, просто текла река прям в городе. Вот такие кадры и такая обстановка в Сочи. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока!